Охотники ждали этого долгие годы. В понедельник вступает в силу закон Ярославской области, согласно которому выдавать разрешение на отстрел кабанов и лосей будут путем жеребьевки. Раньше лицензию можно было получить, только отстояв в живой очереди, занимали которую за месяцы. Очередь занимали за месяц в прошлом году. В этом уже в феврале люди создали тетрадь и записывались в очередь. Такая подготовка оказалась ни к чему. В этом году лицензии будут выдавать по-новому. А именно, с 1 по 10 августа охотникам необходимо подать заявку в областной департамент по охране и использованию животного мира. Непосредственно жеребьевка назначена на 14 августа. Об этой новой процедуре охотники буквально молили, оббивали пороги всевозможных инстанций. Обращались в департамент, обращались в областную думу с заявлением. Потом обращались в Москву с разъяснениями к заместителю губернатора Шилову Александру Николаевичу, после разговора с которым, собственно, и начались более активные действия, к чему вот это все и привело. И вот в руках у меня уже закон, долгожданный закон. Останутся ли довольны жеребьевкой охотники, скоро узнаем. Процесс, кстати, будет транслироваться на портале правительства Ярославской области. Екатерина Бубнова, Денис Лосев. День в событиях.